Всем привет! Спасибо, что заглянули. Мы сегодня с вами прогуляемся по H&M и H&M Home. Но для начала проверьте, точно ли оформлена подписка на мой канал и колокольчик поставлены. Проверили? А, все в порядке? Ну тогда точно можем начинать. Пройдемся по залу, кое-что примерим, ну а потом насладимся домашним уютом в H&M Home. Кстати, заглядывайте в описание под видео, там много полезной информации и ссылки на вещи. Давайте начинать. Сразу к делу. Понравились мне эти джинсы. Широкий цвет люблю такой. Практически универсальный. Хлопок у них не тонкий и цена бюджетная. Обнаружила еще одну стеганую кофточку. Это выглядит еще приличнее, чем предыдущие. В прошлом видео в H&M я показывала вам немножко другая простежка. А, вот такая вот. Смотрите, они отличаются. Вот такая есть в черном бежевом цвете. Данная куртка максимально похожа на куртку из Zara. Она все-таки поплотнее, чем в Zara, и погрубее у ней материал. Смотрите, пуговица цвет выглядит стильненько. На мне размер M. Так, ну что, в инстаграме своем я выкладывала эту куртку. Мне понравился очень цвет, да, на самом деле цвет такой нежно-голубой. Ну что хочу сказать, дешево выглядит куртка. Не рекомендую, очень бюджетно, единственный цвет хорошенький. Я примерила в размере M, и если я не упоминаю размер, то показываю ценник, и на ней всегда написан размер. Примерила вот такие джинсы, они мне понравились расцветкой, такой выбеленный голубой цвет. Единственное, я не люблю вот эти вот полоски. Хорошая длина на 1,71 м. Высокая талия, очень хорошо, комфортно сели, средней плотности хлопок. Убрать выбеливание, оставить нежно-голубой цвет, получится идеальный джинс. Кстати, вот такие белые потертости визуально увеличивают ту область, где они находятся. Примерил вот такой кардиган, сразу скажу, на мне размер L, плотная вязка, в составе синтетические ткани и 6% шерсти, смотрится прилично, мне нравится его объем на рукава, есть три такие пуговицы.
показываем высокую талию брюк, и смотрите, как визуально ноги становятся длиннее. И вот такие брюки смотрятся достаточно прилично. У них высокая талия, вот такой пояс, небольшие защипы, прямые, на рост 1,71 м. Вот такая длина. Обувь, в принципе, небольшой каблучок. Обувь искусственная замша, такой бежевый цвет. Брюки мне понравились. 77% вискозы, приятные к телу. Материал неплотный. Так, я нашла на сайте пиджак, так что оставлю ссылку внизу. Заглядывайте. Обувь простенькая, достаточно просто смотрится, но я бы не рекомендовала. При этом при примерке никакого дискомфорта я не испытывала. Пройдемся немного по залу. Свитера эти я вам уже показывала. Костюм, что касается его дешевого исполнения ткани, цвет хороший. Чисто визуально, особенно на камере, смотрится неплохо. При ближайшем рассмотрении все-таки сразу понимаешь, не хватает качества. Симпатичного цвета джинсы.
Для дома классные хлопковые футболочки. Для плюс сайз вот такие белые классные. Средней плотности хлопок. Кепки в мужском отделе H&M. Мне понравился розовый, очень приятный цвет, такой нежный. Бежевые тоже неплохие. Серые. На любой цвет и вкус. Розовая такая косметичка, симпатичная. А еще мне понравился вот этот чехол на телефон. Жаль, моего размера не было. Такое весеннее настроение сразу. На него смотришь и радуешься. Скоро весна. Платье из вискозы. Мам джинсы неплохие. Вот классная меланжевая толстовка. Так, подорожали цены. Опять джинсовые рубашки. Каждый сезон они появляются. Тоненькая. Потихоньку платье появляется. В мелкий принт такой. Так, это у нас линейка какая-то эко. Так, черный костюм. Что я вижу? Здесь у нас снутри идут завязки. Брюки оверсайз, широкие штанины, резинки, катон не мягкий. Укороченная вот такая толстовка черная. Так, 1500 брюки и получается 1800 толстовка. Так, получается 1800 плюс 1500. Посчитайте. Я гуманитарий, творческий гуманитарий причем. Конечно, тоненькая совсем, как будто бы подкладка.
Так, это вельветовое, нежного такого фиолетового цвета. Расцветка, конечно, и милейшая. Смотрите, какие наимилейшие цвета леггинсов из новой коллекции H&M. Классная для дома футболка. Шортами. Такой упругий материал, мне нравится. Нравятся мне вот эти бра. Единственное, меня смущают вот эти пришитые кружавчики. На мой взгляд, без них было бы более минималистично и стильнее. Ну что, на мне размер L, очень тонкая и выглядит от этого дешево, как я и в принципе предполагала. Хотела вам показать просто. Задумка неплохая, исполнение подкачало.
Эти леггинсы намного качественнее и не намного дороже, чем в Страдивариусе, но все-таки они немного просвечивают. Если для спорта, имейте в виду. А так мне очень нравятся качественные такие. И цвет классный. На мне размер S. В жизни нежнее смотрится как куртка, так и леггинсы. Что мне нравится, это высокая талия и такой упругий, хороший, утягивающий пояс. А вот H&M Home, честно, мне так все здесь нравится. Просто хочется молча рассматривать и любоваться. Жаль, конечно, что я не увидела избранное сайта. Там столько классной мебели появилось, а так я бы все здесь скупила. Как мне понравился этот коврик, он из хлопка, есть большой размер и поменьше, вот такой, еще в серо-бежевом цвете, вот этот пудрово-розовый, просто милота. В
вот серо-бежевый размером 70 на 140, также в таком цвете размер есть побольше 140 на 200 и поменьше 60 на 90. Очень милый такой нейтральный, ненавязчивый, в то же время стильный принт. Эти кисточки прибавляют уютность. Ну вот что это за милота такая? Друзья, на этом все. Надеюсь, я вас вдохновила на правильные покупки. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока.